Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев, я вас приветствую в проекте Joomla Sensei. Мы начинаем изучать новый компонент, который называется Alpha User Points. Достаточно мощный, бесплатный, популярный компонент. Alpha User Points – это реферальная система баллов пользователей. То есть, смотрите, как бы внутренняя валюта сайта – баллы. Можно награждать пользователей за различные действия на сайте. От прочтения статьи Joomla сайта до нажатие на кнопки «Спасибо» на форуме, или создание поста на форуме, или ответа в теме на форуме и многое другое. Интеграция с различными расширениями, такие как форум Кунена и другие. Также создание розыгрышев, система купонов, ранги, медали. Медали могут награждаться, например, до достижения какого-то определенного количества баллов. Балл он может получать как за регистрацию, то есть реферальные системы мы можем. У каждого пользователя автоматически появляется реферальная ссылка, и по реферальной ссылке, то есть я захожу в свой профиль, я могу видеть как просмотры, то есть сколько просмотрело именно мой профиль людей, могу видеть свой рейтинг, ID свой, реферальный хвост, всевозможные указы, всякую информацию, баллы можно получать, точнее начислять пользователям практически за любую активность, за полное наполнение профиля. Профиль, то есть, идет от Alpha User Point также. До загрузки аватара, то есть, чтобы мотивировать, чтобы пользователь полностью заполнил все поля, так? Вот есть реферальная ссылка, человек может эту ссылку дать другу, друг зарегистрируется, можно сделать так, чтобы и друг сразу при регистрации получил баллы. Также и вы получите балл за то, что вы его пригласили. Можно вывести различные модули на сайт, то есть, вот видите, мой рейтинг, сколько всего. Всевозможную статистику проверять, за что сняли баллы. Также можно делать баллы, чтобы имели срок. То есть начислились баллы и когда истечет время этих баллов. Когда время истечет, баллы снимутся автоматически. Также можно сделать минусовое значение баллов. Также можно сделать по достижению конкретного числа баллов, после чего баллы пользователю начисляться больше не будут. Не пропустите мои топовые продукты по Joomla. Также можно вывести модуль купонов, активировать купон, можно разыграть купоны. Купоны, например, на количество баллов, 1000 баллов, 2000 баллов, 3000 баллов, например. Также вывести всевозможные модули пользователей, можно вывести модули последняя активность, самых активных пользователей. Можно вывести модуль кто онлайн на сайте, тут же рядом с профилем будут показаны сколько у пользователя баллов. Всевозможные активности, очки и так далее. Интеграция плотная с форумом Кунена, который мы с вами проходили. Например, если создать пост, заглянуть в подробнее, вот здесь вот, да, где под аватаркой. И здесь мы можем видеть баллы, награды, медали. Смотрите, как все красиво, замечательно. Например, это хорошо подойдет для какого-то игрового форума. Здесь баллы будут действительно актуальны. Вот эти медали загружаются отдельно, то есть они достаточно убогие в самом компоненте Alpha User Point. То здесь можно медальки загрузить абсолютно любые. GIF поддерживается, то есть видно GIF анимация этих медалек. То есть вот такая вот интеграция с форумом Кунена. Мы также об этом поговорим, пройдем эти уроки. Также возможность есть вывести в пункт меню от Alpha User Point всевозможные показания. Например, описание правил. Какие правила у вас активированы? То есть там у нас в компоненте будут некие правила, которые мы настроим с вами. То есть настроим то, что нам нужно, то, что нам не нужно. То есть пользовательский профиль, где мы можем менять, загружать аватар, смотреть медали, купоны и так далее. И вот самое интересное, это последняя активность. Каждый человек в своем профиле сможет видеть, за что балл списан, за что балл получен и так далее. Также баллы можно сделать, чтобы они проходили вашу модерацию. Мы рассмотрим конкретный пример, зачем это нужно. Приглашение. Интересный момент. Можем настроить вот такую вот вещь, страничку, чтобы человек мог отсылать на e-mail своих друзей приглашение зарегистрироваться на этом сайте. Также там можно ввести ограничения, чтобы не злоупотребляли и не рассылали спам. Также можно вывести отдельно страницу медалей. Какие есть медали на вашем сайте. Сразу можно видеть в таблице награжден. То есть, если мы кликнем, например, вот единичка, то есть один человек награжден вот этой медалью бронза. Переходим вот сюда, вот видим сразу юзер. Также можно сделать так, чтобы из форума Кунена профиль выводился не в Кунена профиль, а
в профиль Alpha User Point, то есть это можно все отдельно настроить. Также посмотреть список пользователей, у каждого пользователя сразу посмотреть, сколько баллов. Эта страница очень будет популярна для соревнования, чтобы люди могли видеть, кто наивысший здесь активный человек и стремиться обогнать его по баллам. Это как пример. Дальше можно вывести страницу активности, то есть всевозможные можно вывести данные. Итак, давайте произведем с вами установку компонента. Где взять этот компонент? Во-первых, я вам хочу показать сайт разработчика данного компонента. Вот адрес, его видите здесь. Если вы плохо знаете английский язык, не хотите регистрироваться на сайте, то есть мы здесь не сможем скачать этот компонент, если не зарегистрируемся. Регистрация бесплатна. Не хотите заморачиваться, сейчас я покажу, как можно скачать с моего сайта без регистрации. Компонент полностью бесплатен. Вот здесь вот видно на сегодняшний момент. Последняя версия 2.0.4. Для компонента имеются только платные правила с интеграцией специальными расширениями. Специальным расширением, например, Joom Social. Но я вам скажу, что бесплатного компонента более чем достаточно. Итак, если хотите качать с официального сайта, регистрируйтесь и скачивайте данное расширение. Если хотите без заморочек скачать данное расширение у меня, также последняя версия на этот момент записи урока, то вот под видео YouTube, которое вы смотрите данный урок, нажмете здесь на «Еще», и последняя вот здесь вот будет страничка. Ссылка, прямая ссылка на мой сайт именно на этот урок. Вас перебросят вот на такую страницу Alpha User Point, где вы сможете вот здесь вот нажать на вот такую голубую кнопку «Скачать Alpha User Point» и удобным для вас способом скачать это расширение с Mail облака без всяких заморочек. Давайте произведем в этом уроке установку данного компонента на Joomla. Установка обычная. В админке Joomla переходим «Расширение менеджер расширений», «Загрузить файл пакет» и «Загрузить и установить». Установка компонента успешно завершена. И здесь показано у нас, что у нас инсталлировалось. Плагины, модули. И можно нажать на кнопку Go to Alpha User Points. То есть перейти в сам компонент. На этом этот урок закончен. Надеюсь, для вас этот был обзор интересным. Если это так, ставьте, пожалуйста, палец вверх. И подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые познавательные выпуски. Следите в дальнейшем за моим каналом, так как об этом расширении я буду делать подробный мануал, и впереди нас ждет много-много полезных уроков по данному расширению. Мы вместе его настроим, рассмотрим правила и сделаем все так, как нам нужно. За что хотим получать баллы, то есть, точнее, награждать баллы наших пользователей и так далее. Если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на Adobe Muse или сайта на Joomla, неважно, то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием Hostik. Сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен. Главное примечание хостинга – тестовый период 30 дней. 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно. Второй очень важный момент – возврат денег в течение 45 дней. Если вас не устроят услуги хостинга. Готовый КМС. 3 года на рынке. Молодой хостинг. Это очень важно. Онлайн-поддержка на высоте. Перейдя на хостик, вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник. Это онлайн-чат. Круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы. И даже ночью. Лояльные цены, мощные сервера. Если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге, но он вам не нравится, служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним. У них есть замечательная акция – 3 месяца бесплатного хостинга. Ознакомиться с данной акцией вы сможете, перейдя на этот хостинг. При оплате за год можно сэкономить до 45%. А также для мощных сайтов хостинг предоставляет мощные сервера. Вы меня знаете, я вам плохого не посоветую. Итак, если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом, ссылочка под этим видео. Переходите и знакомьтесь.